они берут. Ты, Володя, баней займись сейчас. Шикарно мы сегодня разделались. Две работы. Так, кого где высаживать? Я за вас. Пупков, тебя высадить? Нет, я... Там надо инструмент, там надо забрать. Ты думаешь, Ерёма, зачем тут машину поставил? За водой приехал, наверное. За водой приехал. У нас два лучших колодца в деревне. Вот как Господь сделал. Там у нас на дороге ведра остались вот с правой стороны. Вот как проедем, ну, сейчас. Ну это куда их? Сейчас забрать надо будет нам. Может, да. Потом пешком заберете, а? Ну давай пешком. А то сейчас полдня развозить всех туда-сюда. Давайте это. Серьезно, у меня уже времени не хватает. Идти такую даль, себе нести. Надо, чтобы открыл же опять кто-то. У него же есть что-то открывается. Лопата там должна быть. Две лопаты и ведра. Нет, ну что не говори, а то как было, вот это нагрудили, тут вообще никакого проезда не было. С каким риском это делали. Саша, не получилось, что мы там же. Хорошо, сейчас я передам. Хорошо, давай. Такая милая кошачья морда на спине. Говорит, теряешь благословение. Теряю человек благословение, когда не участвует вообще. Отсюда и болячки все у нас. Дядя Игнатий, вас Игорь ждет ехать. Ну, я должен доехать до дома. Хорошо. Ты же когда ждать так погрузил? Ты еще и не ждет. Ну что, а теперь можем подвигать на трассу, где едут. Да. Красота. Все, Гоша, не зря мы звонили. Раскатаем, потом уляжется все, трясется. Да, если к нам подъехать, там все скинем. О, аллилуйя. Опа. Так, высаживаем всех. Ведра занесите, лопату занесите. Так, я пошел переобуваюсь и устаряю нам. А я баней займусь. Что там, что-то попало? Нет. Интересно, надо спросить у Марины, она ведра какие брала, что-то нет. Никто не видит. Марина? Марина, нет. У меня ведро. Наших 7 ведер. Вот это ведро не наше, вот оно. Нижнее. Нет, не это. Вон то нижнее, вон то. У нас 7 ведер, это было другое совершенно. Ну, это тоже не мое. У меня внутри обгоревшее, я там костер разжигал. Это значит, кто-то забрал из братьев. Кто-то забрал. Какое-нибудь вот это ведро, которое не ваше, где-нибудь, я не знаю, поставьте здесь вот на дороге. Угу. Так, чьи лопаты? Это наши. Все наши. Все, да. Наши. Все остальное мое, да. Все, спаси Христос, брат, тебе. Ну все, слава Христу.